А что может быть лепш, чем провести каникулы на свежем поветре, коли побач, рака и лес, а ты стоишь на палубе теплохода? Такая махчимость есть у юных мараков, якія наведывают объединение по интересах у Гомельским городским центре додатковой адукации детей и молоди. На теплоходах, где проходит летняя практика юнаков и девчат, побывала Марина Джалая. Коля Клязовичу 17, юнак с Солигорска. У Гомеля живе год, поступил в лицей рачного флоту. Подчас практики на теплоходах Нептун и Ярмак отрымливает додатковую адукацию. Тут юнаку вельми подобается, и у будущем ён бачит себе капитаном. Видать, захопление водной стихии – это спадчинное. Протки Миколая так само были связаны с флотом. Дальше юнаки и девчаты тут не только отпочивают и учатся, але несут вахту, занимаются уборкой и помогают коку готовать ежу. Что самое сложное, что самое интересное и что заставляет тебя приходить сюда вот снова и снова? Ну, приходить сюда меня заставляет именно любовь к судам, к именно их устройству. Мне нравится их устройство, изучать, как они устроены, какой механизм, что отвечает, разбираться за все это. Сложно, конечно, запоминать все эти термины, определения, но когда ты сам это делаешь на практике, то все легче запоминается. Татьяна Сердюкова, уже 7 годов, капитан теплохода «Нептун». Усяго у клубе «Юный марак» працует 36-й. Самое интересное, что летчиком альбо капитаном марила стать с детства. У Гомельский политехничный техникум у свой час поступила только с третьей спробы. Спочатку девчат туды не примали. Отримала диплом и по размеркованию трапила в Уссурийскую тайгу. Потом вернулась в Беларусь. Капитан каже, что працовать с детьми – это великое натхнение и задовольнение. Уже 2 года ко мне приходят ребята с лицея речного флота. То есть они уже выбрали своей специальностью тоже судовождение, и у меня они занимаются дополнительно ко всем занятиям. И мне, вы знаете, даже очень, ну, на душе даже радостно, что вот есть люди, которые все-таки свяжут свою жизнь с флотом. На теплоходах «Нептун» и «Ярмак» плавальную практику проходят навученцы объединения по интересах «Юный марак», «Юнга» и «Рулявые мотористы». Зараз экипажи рыхтуют до поднятия на слип и проходжения классификационного огляду. Его кошт каля 5000 рублей, плюс сам подъем и ремонтные работы. Не глядя на все, навучание в объединениях застанется для юнаков и девчат бесплатным. Огляд и ремонт зробят за бюджетные сроки. Питание передачи теплоходов белорусскому рачному пароходству больше не стоит. Вопрос прорабатывался по поводу передачи теплоходов белорусскому речному пароходству. Однако на сегодняшний день теплоходы, экипажи теплоходов готовят к поднятию на слип, к прохождению классификационного освидетельствования. На теплоходах «Нептун» и «Ярмак» нашего центра занимаются дети, которые обучаются в объединениях по интересам «Юный моряк», «Юнга», «Рулевые мотористы». Дети у нас ходят разного возраста, и школьники, а также ребята, которые обучаются в колледже речного флота. Все лето с липеня для удельников объединения организуют 2 походы по раце. Также экскурсии на теплоходы «Нептун» и «Ярмак» что день проводят и для вучнев у гомельских школ. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».